Земля рассветов наполнена множеством рас, культур и героев, удивительным образом уживающихся вместе. Ее история насчитывает множество столетий, и, как любое подобное место, Земля рассвета является неисчерпаемым кладезем захватывающих историй, одну из которых я вам сегодня и поведаю. Приветствую, друзья! С вами рубрика «Истории героев». И сегодня я расскажу вам о Гассене, отступнике традиций. Семья Паксли – одна из самых влиятельных и престижных семей магов на Земле Рассвета. Каждый рожденный в семье непременно становится магом самой высокой категории. По их мнению, путь мага – самый священный и благородный из всех, а те, кто прибегает к мечу во время битвы, попросту глупцы и невежды. Как бы то ни было, Гассену суждено было разрушить традиции. Будучи четвертым сыном патриарха, он с малых лет проявлял интерес к элементам света, вместо того, чтобы сидеть, уставившись носом в книгу. Гассен использовал свою власть над светом, чтобы наделить себя скоростью, и пробегал вокруг семейных имений за считанные минуты, а также, чтобы пропитать могущественной силой света старые церемониальные клинки. Он всегда считал, что старейшины семейства невероятно упрямы, и шел наперекор им при каждой удачной возможности. Наконец, Гассену выпал шанс проявить себя, когда настал час самого главного события семьи Паксли – обряд перехода во взрослую жизнь. Своей молниеносной скоростью он сметал в бою противников так, что они даже не могли заметить его. А заряженным светом клинком он одерживал победу быстрее, чем противники успевали произнести заклинание. Старейшины были поражены его великолепной формой и техникой боя. Но в меру их глубинной предвзятости к физическому оружию и безукоризненному следованию традициям, они поставили ему ультиматум: либо он отказывается от своего стиля боя, либо будет изгнан из семьи навеки. Столкнувшись с таким выбором, Гассен решил покинуть семью, убежденный, что скоро земли рассвета узнают его имя и почувствуют истинную природу его силы.